Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня снимаю видео о заказах одежды с сайтов AliExpress и Shein. Все ссылки, как всегда, найдете в описании. Перед началом обзора подпишитесь на мой канал. Нажмите на значок колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе моих новых видео. И оцените это видео лайком либо дизлайком. Итак, давайте приступать. Всем приятного просмотра! Начать сегодняшний обзор хочу с заказа, который мне очень понравился, который давно хотела сделать, и как-то в один прекрасный день подумала, почему бы и нет. Если я так люблю товары такого рода, если они действительно доставляют мне удовольствие, говорю я сейчас о хлопковом трикотажном пуловере в пыльно-розовом цвете. Как вы знаете из моих видео, у меня есть уже подобный пуловер, точнее сказать, такой же пуловер, но в бордовом цвете. Мне очень нравится, как я выгляжу, когда я его надеваю. В особенности, когда крашу губы помадой в тон ему. Мой муж обожает, когда я ношу эту вещь, и действительно ношу я ее очень часто, и это мой самый любимый пуловер с AliExpress. Это действительно так. У него прекрасный материал, прекрасный состав. Он очень мягкий, приятный, но прекрасно держит свою форму. Действительно, снимать его не хочется, и когда я иду в нем по улице, на меня все обращают внимание. И давненько я смотрела на вот этот свой любимый сейчас пыльный розовый цвет, к тому же такой актуальный до сих пор. И, собственно, решила его уже заказать, но не в размере S, как прошлый, а в размере M. Здесь видно, что уже и длина рукава больше, и сам он на мне сидит свободнее, и длина его тоже намного-намного больше, чем у бордового. Также нужно учитывать то, что здесь действительно хлопок в составе, и при стирке в теплой воде он садится. Мне понравилось, какое здесь идеальное оформление горловины и самого чокера по низу. Здесь так красиво оплетен его нижний срез. Он теплый, мягкий, кожа в нем прекрасно дышит, выглядит очень красиво и стильно. Стоимость его на момент заказа составила 800 рублей. Следующая у меня вещь очень похожая, также хлопковый пуловер, уже в сером цвете и со шнуровкой на спине. Чокеры и шнуровки — это моя слабость. Но они мне идут, поэтому я продолжаю заказывать вещи с этими элементами. Очень хороший пуловер, мне все в нем понравилось. Единственное, что я выбрала его в неправильном размере, к огромному моему сожалению. Исходя из размерной таблицы, выбрала его в размере XL. Чувствовала ведь, что как-то слишком велик должен быть мне этот размер. Нужно было посоветоваться с продавцом перед заказом, он бы обязательно подсказал по размерам. Вроде сидит он на мне неплохо, но он должен сидеть более в натяжку. Когда я двигаю в нем руками, то он у меня с плеч спадает, на плечах совершенно не держится. И вот эта шнуровка сзади, она тоже как-то чересчур расползается. В общем, меньший размер действительно сел бы идеально. Я думаю, что на пару размеров меньше можно было смело его заказать, и тогда бы все было бы очень хорошо. А так, качество мне понравилось. Материал также мелкий вертикальный рубчик, он очень сильно тянется, мягкий, приятный. Стоимость этого пуловера всего 600 рублей, и он в трех цветах представлен: в очень красивом бордовом, в черном и в сером, как у меня. Следующий мой заказ я сделала на сайте Shein. Это вязаное пальто, либо кардиган. Я обожаю такие вещи, частенько их заказываю, постоянно ношу, как только наступает подходящая для них погода. Он мне очень понравился внешне, я тут же его заказала. Стоимость его на момент заказа была 1750 рублей. В едином размере он продается, и здесь нужно быть очень аккуратными, потому что он подойдет лишь на размеры 40 и 42. Даже на размер 44 он уже будет сидеть в натяжку. Очень странно, кстати, это было для меня. Я была уверена, что он будет мне великоват. Но здесь даже модель его такая, что я не могу его запахнуть. То есть носится он на мне только в распахнутом виде. Обычно в подобных кардиганах я могу соединить между собой две их половинки спереди, но здесь как-то с трудом удается это сделать. Материал его очень теплый. Вязка плотная. Материал не тонкий. И вязка такая не гладью, а рельефная. Карманы присутствуют по бокам. Очень красивый здесь вырез горловины. Хорошая длина рукавов. Вязка резиночкой на манжетах и по низу, и также по горловине. Цвет красивый, благородный, меланжевый. В общем, очень классный заказ. Уже повесила его в свой шкаф. Никуда девать не собираюсь. Нравится он мне абсолютно со всех сторон. И здорово будет носиться как с платьями, так и с джинсами, с брюками. В общем, со всем чем угодно.
угодно. И на ноги с ним можно будет надеть и кеды, и туфли, и ботинки, и сапоги. Следующий заказ у меня с AliExpress, он мне тоже очень понравился. Это тоненький легкий тренч, я бы даже назвала его дождевиком, потому что какого-то согревающего эффекта в себе он не несет, а от дождя прекрасно защитит этот материал, водоотталкивающий. Также он имеет капюшон, что опять же прекрасно спасет вас, если вы вдруг попадете под дождь. Тоже этот заказ себе оставила, мне очень понравился и цвет, и модель, и покрой, и то, как он на мне мило смотрится. Этот цвет, как вы знаете, сейчас очень актуальный. Сразу хочу сказать, что этот тренч не имеет подклада, то есть когда вы его распахнете, внутри будут видны абсолютно все швы, все карманы, но внешний вид его, конечно, безупречный. Завязывается он на пояс, который находится в шлевках. Хорошая у него длина, он закрывает мне колено. Прекрасный карман расположен по бокам, их расположение, кстати, очень удобное. Руки даже не хочется из них вынимать. Прекрасная длина рукавов, замечательно он мне сел по плечам. И капюшон, кстати, такой не напрягающий, несмотря на то, что я как-то не особо ношу вещи с капюшонами, но здесь он смотрится очень даже ненавязчиво. На момент заказа он стоил 1000 рублей, и вы можете увидеть его у продавца в черном цвете и в розовом, помимо вот такого бежевого, как у меня. На розовый я, конечно, тоже, как вы понимаете, смотрела достаточно долго, но все-таки убедила себя в том, что розовых еще недостаточно, а бежевый он такой более благородный и более универсальный. Тоже будет замечательно смотреться и с джинсами, и с брюками, и с платьями, и с любой обувью. Заказала его на свои параметры в размере S и с размером, к счастью, не ошиблась. Если говорить о швах, то с ними все прекрасно, не нашла ни одного неровного шва. Следующий мой заказ также с AliExpress, это еще один вязаный кардиган, либо пальто. У меня есть уже подобный кардиган, но в сером цвете, я его очень люблю, постоянно ношу, и мне захотелось вот такой, когда я его увидела, уже в таком более теплом, золотистом цвете. Цвет его мне очень понравился, он немного иначе выглядит на картинке, именно цвет, но вживую тоже нисколько не хуже. Спереди все прекрасно, размер у него единый, на мои параметры подошел замечательно, хорошая длина, длина рукавов, резиночки на манжетах, плюс 10 здесь к оценке из-за того, что карманы присутствуют. Материал мягкий, теплый, очень комфортный. Тоже снимать его не хочется, но этот кардиган имеет, как мне кажется, один дефект. Может быть, конечно, он задуман таким, и это не дефект, но я все-таки склоняюсь к первому варианту. В общем, горловина его сзади имеет недостаточно глубокий вырез, из-за чего он на мне сборится, топорщится и как бы тянется назад. То есть я не могу его наперед натянуть в районе горловины так, как мне нужно, из-за чего сзади образовывается пузырь. Рукава здесь, как вы видите, регланом. В общем, этот заказ мне очень понравился, и никак мне не хочется его никуда девать. Поэтому подумаю, что с ним сделать, посоветуюсь со швеей и, наверное, попробую сначала его как-то распарить, как-то натянуть вот эти вот элементы. Очень надеюсь, что что-то с ним можно будет сделать. И дальше я хочу вам показать большое количество пижам. Парочку из них я оставлю себе, а все остальные заказала на новогодние праздники для своих родственников, родственниц и подруг. Сразу скажу, что все эти пижамы у меня в размере S, они здесь будут представлены в трех дизайнах. Первый дизайн вот такой. Я уже показывала вам такого дизайна две пижамы. У меня есть вот точно такая же сиреневая, только там цвет более темный, более насыщенный. Я ее с удовольствием ношу. Эту заказала по просьбе моей подруги. Она ей очень нравится. Пижама эта стоит 600 рублей. И продается она в 7 цветах. В черном, цвете красного вина, синим, сиреневым, как у меня, изумрудно-зеленым, золотом и вот в таком розовом, как у меня. Очень хорошие пижамы. Кстати, комфортно носятся, несмотря на то, что, как вы знаете, я не люблю синтетику, не ношу ее. Но в них мне очень комфортно спится. В те дни, когда температура не достигает 40 градусов. Вот в такой температуре я спать вообще не могу категорически ни в чем, либо сплю в чем-нибудь очень-очень тонком, но 100%
каким-то хлопковым в прохладные летние дни и во все остальные времена года с удовольствием ношу вот такие атласные пижамы. В них очень приятно спать, приятно они охлаждают кожу, так приятно скользят по ней. И также, когда утром встаешь или, допустим, ночью встаешь, там водички попить, как-то очень приятно ощущаешь себя в них и выглядишь красиво. Можно даже утром в них позавтракать, ничего на себя не надевая. В общем, приятная и полезная вещь. Дальше следующая пижама у меня вот уже в таком дизайне. Кстати, она мне очень понравилась, и я оставила себе ее в бордовом цвете. Думаю, в каком бы еще втором себе оставить. Склоняюсь к вот этому цвету шампанского, то есть такому золотисто-розовому, либо к зеленому цвету. Точно еще не решила. Мне очень понравился дизайн этой пижамы. Очень все красиво выполнено. Лямочки здесь перекрещиваются на спинке. Красивое черное кружево. Кстати, не обращайте, пожалуйста, внимание на то, что кружево по груди у меня на всех пижамах не лежит. Мне очень жаль, что я не отутюжила вот этот верх, потому что он берется только утюгом. Один раз проводите, и все, кружево ложится на месте так, как нужно. Но я уже огромное количество времени, с тех пор, как получила отпариватель, пользуюсь только отпаривателем, и утюг я даже не достаю. Поэтому вот да, как-то руки у меня, к сожалению, не дошли, чтобы вот просто отутюжить это кружево. Кстати, в бордовой пижаме я уже поспала одну ночь, и за ночь у меня почему-то кружево само как-то село на место. Утром я встала, и у меня сверху ни единой сборки, ни единого какого-то залома. Мне понравилось, что горловина у этих пижам закрытая. Не все любят глубокие вырезы, не все любят, когда кружево просвечивается. То есть вот эта пижама подойдет на любой возраст и на любую фигуру. Также мне очень понравилась модель шорт этой пижамы. Здесь они аккуратные, короткие, ничего как-то особо не морщится. Потому что есть подобные модели пижам, где шорты шьют такого вида, будто подгузники, что, ну, очень странный вид имеет низ, все как-то морщится, топорщится. И всегда меня удивляет то, почему нельзя нормально скрыть шорты, ведь это достаточно просто. Вот здесь мне низ понравился. Конечно, нет такого, что прям совсем ни единой сборки, ни единой складки, но все равно смотрится по сравнению с другими подобными моделями очень даже ровно и хорошо. Мягкую резиночку на талии здесь имеют шорты, ничего вам давить не будет во время сна, но одновременно шорты с вас и не спадут, ни во время сна, ни во время ходьбы, до или перед сном. Длина бретели здесь регулируется, на спинке, на топе также имеется мягкая, но плотная резиночка, то есть очень хорошо эта пижама садится по вашему размеру. Мне понравилось, что на шортах по бокам под кружевом нет основной ткани, здесь такие прозрачные участки остаются. Все это смотрится мило, но при этом достаточно прилично. И последняя модель пижамы, на мой взгляд, совершенно неудачная. Во-первых, шорты здесь непонятные, чересчур длинные, образующие складки, смотрящиеся как какие-то ритузы. И, кстати, обхват талии у этих шорт огромный, где-то на обхват, наверное, сантиметров 90, если не 100. Я сзади эти шорты подколола булавкой, чтобы хоть как-то они не сваливались с меня во время примерки. И верх также совершенно неудачный, некрасивый. Я, конечно же, лиф надела под ним. Если бы я его не надела, вы бы просто увидели, чем меня наградила природа. В общем, вырез чересчур глубокий, чересчур широкий. Если делать его меньше, нужно утянуть лямки выше, но тогда у нас верх пижамы чуть ли не под самым подбородком, и носить ее в таком виде некомфортно. В общем, нет. Категорически и однозначно нет. Эту модель пижамы вам не посоветую. Следующий мой заказ я сделала на сайте Shein. Это платье из 100% хлопка. Стоимость его на момент заказа составила 1230 рублей. Очень оно красиво смотрелось на девушке. Я заказала его на свои параметры в размере XS, в самом маленьком размере. Но все равно этот размер мне категорически не подошел. Смотрюсь я в нем не так, как должна смотреться. Но и точно не так, как девушка на картинке. Буквально через день после съемки этого обзора ко мне пришла моя подруга, которая носит 46 размер, надела его, и на ней это платье смотрится просто великолепно. Она его тут же забрала, и мы все хором ей сказали: бери, даже не задумывайся. Действительно, оно на ней понравилось абсолютно всем присутствующим. Материал действительно 100% хлопок, оно очень комфортное, не просвечивающее. Можно его носить летом на голые ноги, можно носить весной и осенью с колготками, с сапогами, в прохладную погоду накинув плащ или пальто поверх. Очень красивый у него
вырез сверху на спинке, который застегивается на пуговичку. Хорошая длина рукавов, манжеты здесь заканчиваются резиночками, образуя рукав фонарик. К низу платье расширяется и, как видите, имеет вставки с такими геометрическими принтами. На талии оно имеет мягкую эластичную резиночку, поэтому на обхват талии подойдет любой. Платье скроено ровно, все швы хорошие. И последний мой заказ — это шелковый топ, как заявлено у продавца. Стоимость его 670 рублей на момент заказа. Я выбрала его в размере M и в пыльно-бежево-розовом цвете из 4 цветов. Также вы можете у него увидеть черный, белый и классический светло-розовый. В составе заявлены вискоза и шелк. Никакого полиэстера, никакой синтетики. И действительно, к телу он очень приятный, несмотря на то, что смотрится очень просто, и несмотря на то, что выглядит как такой дешевый полиэстерный топ, который стоит рублей 100-200. Да, на самом деле, когда я его только увидела, впечатление у меня сложилось именно такое. Но после того, как я его надела, я передумала его куда-то отдавать, решила оставить его себе, потому что действительно в нем кожа очень хорошо дышит, он кожу охлаждает, по коже скользит, и я все-таки склоняюсь к тому, что да, действительно здесь состав такой, какой и заявлен у продавца. Заказала я этот топ, конечно же, не для того, чтобы носить его самостоятельно он не смотрится, к тому же он достаточно просвечивающий. Я заказала его как бельевой топ, то есть для того, чтобы носить под низ, под что-то. Можно блейзеры, кардиганы надевать сверху, все что угодно. Под какие-то неприятные колючие свитера тоже он подойдет замечательно. Давно мне, кстати, хотелось попробовать вещи, которые заявлены как шелковые на AliExpress, и я очень рада, что решилась и сделала такой заказ. Ну вот и все, обзор подошел к концу. Очень надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и очень жду ваше мнение в комментариях. Разверните описание, чтобы увидеть все ссылки на показанные мною сегодня товары. И прощаюсь с вами до следующего моего обзора. Всем до скорых встреч!